Еще один вопрос лично к вам, да. Все-таки, да? Мы все смотрели этот сериал. Закончить войну? Да. На этом мы закончили. Обязательно почиститься. Просто нужно почиститься. Просто про высшие эшелоны власти, про правоохранительные органы. Долгая история. Но я считаю, что за мою каденцию мы обязательно это сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины. Это ссылаясь к коррупции, то, о чем я вам говорил. Конечно, дать взлет инвестиционный, дать классный климат. Что для... вы, у Голобородько в фильме, да, это получилось. Но... У Зеленского в жизни это получится. Вы мне об этом скажете через 4 года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины, это вот последний пункт, вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Вот это амбиция.